Всем доброго дня, дорогие подписчики, зрители канала. Вот хотим мы делать обзор. Прилетели мы из Турции, были мы там месяц отдыхали. Хотим вам показать лекарства, которые мы привезли. Вот. Ну, это не все нам. Нам заказывали лекарства наши друзья, знакомые, даже незнакомые заказывали. Вот. Вот сейчас делаю такой вам обзор. Муковит С. Он от кашля, шипучие таблетки, там очень много их, 3 упаковочки по 10 штук блистеров. В общем, 30 шипучих таблеточек, хорошие таблетки от кашля. Ну, Катарин, это от простуды, тоже вот. Значит, 2 вот этих вот лекарства, Каверан и вот этот, не знаю, как он читается, уж извините меня, пожалуйста. Это мне выписывал врач, это от давления, это турецкий мне врач еще 3 года выписывал назад. Я его покупаю, мы прилетаем, я его покупаю много, везу домой, пью. Дальше. Парол, ну, все знают это лекарство. Дальше, значит, спрей с прополисом в нос, спрей для горла вот этот. Бенпайн или Бенпан, не знаю, как он читается. Вот этот препарат в аптеке я купила, сама спросила у русского фармацевта. Это как наш Тамифлю. Осифлю называется, 75 миллиграмм от простуды, тоже хорошо помогает. И сыну заказал мальчик, никак не можем связаться. Вот этот Тегритол у нас в Москве и в России, оно очень мало, его не найти. Это, извините меня, от эпилепсии. Случайно мальчик написал Вове на почту, и нам сыну написал на почту, привезли. Но, к сожалению, никак на связь не выходим, не выходит. Купили мы 5 упаковочек, так они у нас лежат, не можем передать. Это от горла пастилочки, тоже они такие вот, от боли в горло. Бенихол тоже покупаю, но в этот раз у меня были, купили мы знакомый. Она просила, это курс витаминов В, В12, В6, В1, полностью курс витамин. Комфанила мазь, я уже рассказывала про нее, очень хорошая мазь, обезболивающая при боли в суставах, пояснице. Когда болеете, заболеете простудой, очень хорошая мазь, стоит она всего лишь 120 рублей. Я ей довольна, тоже привезла подруге, просила, вот буду высылать ей по почте. Витамины иммун-44 для взрослых, есть такие взрослые витамины, тоже хорошо действуют, полностью полный комплекс витаминов. Сыну я купила и тоже привезла, просили меня знакомые. И вот знакомая меня просила, Мариночка, дай ей Бог здоровья, просила вот этот комплекс витамин, он и с коллагеном для суставов. Полный тут состав, но стоят они дорого, да, на наши деньги, где-то 1300, около 400 лир. Ну, просила, что поделать. Это тоже просила Мариночка, она просила ребенку от аллергии, говорит, очень хорошая, вот это Аэриус, что ли, читается. И вот эти лекарства сердечные тоже просили. В общем, все везем, что просили. Сейчас привозят многие лекарства, потому что в России лекарства как бы пропали, дефицит, цены поднялись, но там очень стоит это дешево. Хотя тоже аптека подорожала. Вот. Ну, например, Катарин стоил раньше около 150 рублей, сейчас он 300 стоит. Вот где-то 90-80 лир. Вот. Ну, парол дешевый. 23 лиры умножаете на 3,50, грубо говоря. Но все равно дешевле, чем у нас в России. Вот. Асифлю, он тоже около 100 лир стоит, то есть 340 рублей.